Это Зоа. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас. От нас. Дабл ять. Всім привіт, вечір добрий. Всім, хто біля радіоприймачів і біля телеекранів. Наша програма «Дабл Ять», де ми цікавимось не тим, хто конкретно винен у тій чи іншій війні. Ми цікавимось тим, чому люди взагалі воюють впродовж всієї своєї історії. Ми не цікавимось то, де і як пиляє бюджет. Нас цікавить, чому взагалі люди мають властивість претендувати на чуже. Вітаємо в якості гостя Даніїла Кавжуна, відомого київського волонтера, активіста Автомайдану, один з співзасновників студії «Вавилон-13». Він проїхав тисячі кілометрів по дорогах України, в зоні АТО, і, доставляючи екіпірування та спорядження безпосередньо нашим бійцям, зробив багато корисного для цієї держави. Я правильно кажу? Доброго дня. Ну, так, да, була така річ. Була така річ. Справа тім, що в нас багато є волонтерів в Україні. Багато з них дають інтерв'ю, про деяких з них знімають фільми. Мене зацікавив Даніїл тим, в першу чергу, що він свого часу мав можливість, відчуваючи себе, наскільки я розумію, людиною планети, такого планетарного мислення, так, пожив у багатьох країнах світу. Де ти був? От, я знаю, 6-8 років, да, приблизно, ти жив, да, за кордоном. Ну, я доволі довго жив в Ізраїлі. Потом у меня был период в несколько лет, когда я постоянно передвигался. Венгрия, Австрия, Англия. То тут, то там по несколько месяцев путешествовал. Потом осел в Киеве. Потом у меня был период увлечения. Я увлекся и улетел, и срочно улетел в Камбоджу, где я прожил 9 месяцев, по-моему. Вот, 9 или 10. Слухай, люди з таким послужним списком, так би мовити, таким от в паспорті, коли багато стоїть відміток про перетин українського кордону у напрямку, тим більше Європи, розвинутих країн, таких як Ізраїль. Такі люди дуже часто, коли в власній країні стає вже зовсім погано, вони теж десь тікають, так? Ноги в руки і вперед. Чому ти тут опинився і не втік там у 2014-14-му? Не те, що не втік, а просто не знайшов комфортнішого місця для себе. Чому ти пішов на Майдан, став активістом Автомайдану, потім волонтерство? От я хочу зрозуміти мотивацію. Людина, яка побачила це нормальне життя, європейське, там, розвинуте, західне, і тут раптом от свідомий вибір на користь такого дискомфорту, насправді. Для мене... Ну, для меня есть какая-то жизненная позиция. Я с детства, с юношества, там, покупая что-то в магазине, старался улыбнуться с тем, чтобы делать мир лучше. Ты миссию такую чувствуешь? Да. Изменить этот свет на краще? Делать то, что я могу. Я не собираюсь выскакивать из своих штанов, я не собираюсь заниматься планетарными делами. Как это меня спрашивают, ты с парашюта прыгал? Я говорю, ну, надо будет спасать Вселенную, прыгну. А просто так? Заради адреналину? А просто так? Нет, не считаю это нужным. Я боюсь высоты. Я один раз прыгнул с банджи для того, чтобы убедиться, что я могу это сделать, если это необходимо. Но сказать, что я получаю от этого удовольствие, нет. Тобто, мандруючи по світу, по розвинутих і не дуже країнах, ти теж в цьому бачив для себе якусь боротьбу? Чи ти втікав від цієї реальності, яка тебе не влаштовувала? У мене був складний період в личній житті. Я путешествував і пытался понять, чого ж я хочу на самом деле. Це особисте життя, це пов'язано з жінкою? Тобто, да. Ага, отак. Тобто, ти втік з цієї реальності, яка тобі постійно нагадувала про неї? Скажімо, можна і так сказати. Ага. І потім раптом починається все це в нас в 2013-му. Ну, для мене, ти... для мене це ще було, я ще успів застати 2004-й. Ага. А тоді що? Ну, тоді ми просто постояли на Майдані, купили теплі ботинки, стояли там в снігу. Я, правда, теж успів відлічитися, у мене були друзі в... на російському телевіденні, і я умудрився знайти штаб Ющенко так. Вот. И набрать у них два огромных пакета, ну, таких клетчатые сумки, мечты оккупанта, с ленточками и всей оранжевой символикой. И куда весь этот товар? В Москву. В Москву? Да. На продаж? Как раз нас через два дня случился организованный в Москве митинг в поддержку украинского Майдана, собственно, с этой самой символикой, угадай, откуда она там взялась. То есть вы целеспрямованно везли эту вот ворожу для них агитационную продукцию через кордон, ну, рискующий? Понимаешь, тогда, ну, не я вез, я передавал, но тогда там еще были...
нормальные, разумные люди. А зараз? Не верю в их существование. Примерно настолько, ну, скажем так, верю в их существование настолько же, насколько я верю в существование высших сил или инопланетян. Ты атеист? Ну, не совсем. Я скорее дискордианец. Тобто, я так сказав, що нібито там нормальних людей немає, так само, як і навряд чи існують якісь вищі сили. Ну, може бути, вони є, я з удовольствием з ними познайомлюсь. Але ти не бачиш доказів. Послушай, я вижу эти доказательства тогда, когда выходят люди с украинским флагом в Москве, их забирает полиция, я понимаю, что такие люди есть. Когда, ну, когда мы все видим кадры бомбардировок из Алеппо, и никто не выходит на Красную площадь сжигать себя живьем, то я получаю доказательства того, что таких людей нет. Слухай, і на твою думку, чим то все їм загрожує? Якщо там от місцеве населення в більшості своїй, ті от 86%, які постійно там цей адабрямс демонструють, так? Це ж, напевно, загрожує країні певними подіями, які почнуть розгортатися там найближчим часом. Послухай, здесь мені сложно продовжувати оставаться об'єктивним. Я ненавижу совок во всіх його проявленнях очень давно. Как бы с раннего детства. Это семейное? Да, это семейное. А в данном случае то, что им угрожает, я даже боюсь, ну, я боюсь перепутать то, что может с ними случиться, как логический вывод, со своими желаниями, чтобы я хотел, чтобы с ними случилось. И, соответственно, могу переборщить с красками, там, с бордовым, черным. Или не доборщить? Нет, не доборщить не получится. Могу только переборщить. А співчуття виникає? Как правильно сказал один мой друг, когда на Красной площади откроется пункт выдачи гуманитарной помощи, я туда не пришлю. Ничего. Вообще. Слухай, ну це якось так не по-божески. Да. Это совершенно не по-божески. И ты маєш на це право? Я бы на них еще всех демонов из книги царя Соломона наслал. На всех? На детей, на дорослых? Вот границу видишь? Ага. А вот вторую границу видишь? Ага. Вот от одной границы до другой границы. Ага. Такая вот ненависть. До всех, абсолютно. Послушай, я уверен, что там есть хорошие люди. Как быть с ними? Если всех демонов на всех зрону? Это эмоция, это эмоция такая вот. Да, я подозреваю, что когда нам надоест слушать их плач, тогда мы остановимся, когда у нас уже не будет сил. И с теми, кто остались в живых, мы будем думать, что делать. Ты бачишь всю картину просто? Да. Вона перед твоїми очима, ти так нібито зазираєш у майбутнє. От точно, ти впевнений, що так і буде? Нет, есть много вариантов развития сюжета. Скорее всего, к сожалению, это не удастся. Скорее всего, они будут обнесены стеной и превратятся в новую Северную Корею, которая будет совершенно герметична. И вот в этом случае мне будет очень жаль тех людей, которые там остались. Тобі не здається, наприклад, такий розвиток подій, що нам доведеться внаслідок певної ситуації такої непростої на території Російської Федерації приймати тут в себе багато, можливо, навіть сотні тисяч, мільйони російських біженців? Ну, послухай. Ще коли я влітку 14-го року їхав на схід, нам всім обіцяли по 2 раба. Ага. Ну да. Где они? Ну вот я о том же. Да. Жаль. Была надежда. Угу. До сих пор жду. Дабл ять. Нагадаю, у нас у студії Даніил Кавжун, активіст Автомайдану, відомий волонтер. Скажи, Даніил, а скільки от ти, можливо, підраховував так приблизно? Скільки ти особисто от переправив або з твоєю допомогою, за твоєю участі було переправлено тонн в якості допомоги матеріальної нашим військовим туди на фронт? Дуже складно сказати. Ну, чесно, приблизно. Я даже, чесно тебе скажу, я не прикидывал. Я даже не прикидывал. У меня всегда был очень простой подход. Нам нужно максимально много за минимальные деньги. У меня есть любимая база секонд-хенда, куда приезжает натовский списанный секонд из Англии. В какой-то момент русские сепары начали перекупать и блокировать этот канал, и я даже принимал участие в международных баталиях и расследованиях для того, чтобы этот канал обновился.
Я приезжал туда, спрашивал, а что у нас есть интересного? Мне говорили, вот-вот-вот. Я говорю, забираю все. И забирал все это мешками. В мой маленький пыжик влазит порядка 8 мешков, если на переднем сиденье тоже мешок. Ну, из этих больших. Вот, в микроавтобус, который у нас был, который ездил по фронту с номерами Сивиспасим спереди, Парабеллум сзади. А километраж подраховывал? Сколько всего поехал? Вот в него влазило 1500. Километраж, да, я вышел на 10 тысяч в месяц. 10 тысяч километров на месяц? Да. Это нормальный такие, я скажу тебе, результат. Ну, это отсюда до Марика доехать. Угу. Тысяча, считай, тысяча туда, тысяча обратно. Вот. Это не просто для... Там, ну вот вдоль линии фронта от Маріуполя до Славянська несколько раз, а потом обратно в Київ. Ти ж міський мешканець, ти любиш комфорт, ти виріс в місті. Да, я городской мальчик, совершенно верно, сетібой. Так, городской мальчик, сетібой, і тут раптом то все. Послушай, у меня... Ти в армії служив? Нет. Закосил? У меня не было в стране в это время. Ну, я розумію. У меня обостренное чувство справедливости. И вот это была мотивация? Это мотивация, да. Это мотивация на Майдане, это мотивация на автомайдане, это обостренное чувство справедливости. Сказала мне, ну, я знал, когда загорится груша. Угу. Ты відчувався? Ну, конечно. Не было другого варианта. Если бы после, вот в то воскресенье 16-го, если бы на Вече ничего не произошло и ничего не было бы решено, то, ну, Майдан бы разошелся, его бы разогнали, ну, остаток людей разогнали. А це от загострене відчуття справедливості, воно прокинулось несподівано, чи завжди ти з ним жив? Знаєш, я думаю, що це свойство всіх єврейських мальчиків. Угу. Ти себе відчуваєш українцем? Так, звичайно. А що це для тебе означає? Ну, звідки, що таке українець? Це по крові, там, це по світогляду, що це таке? Ти знаєш, коли мій дід приїхав в Київ... в 20-х годах. Он говорил на двух языках. Он говорил на идише и на украинском. Он не знал русского. Моя мама из России. У меня там куча родни. Родня долгое время считала нас фашистами. Сейчас их начинает потихоньку опускать. В всяком случае, они перестают об этом... Опускать или отпускать? Попускать от этого. Сейчас они как минимум не перестают говорить нам об этом по скайпу. Вот. Послушай, у меня есть любимое место на земле. Это моя дача. В Осокорках, на левом берегу. Я там родился, там я там поймал первую рыбку, когда мне было 7 лет. Я там гулял по бескрайним лугам. Я знаю там, где садится солнце и где оно встает, как большая медведица опускается к низу, когда наступают холода. Это близкое родное для меня место. И когда началась вся эта заваруха, ну, мы ждали прихода русских войск в... Реально чекали? Ты ведь... В феврале... Вы были налякани? В феврале после Майдана. Uh-huh. Во время Майдана у нас с моими друзьями-художниками были прописаны коды, были записаны адреса, условные знаки. Мы понимали, что рубанут интернет, рубанут связь. И каждый раз, выходя из бактерии, мы вполне ожидали увидеть двух русских десантников с автоматами, блокирующими улицу. Мы... Ну, как бы это было для нас очевидным... следующим шагом в нарастающей эскалации конфликта. Поэтому, ну, мне сложно с людьми, для которых все это знынатька. Угу. Вот. А влез я во всю эту историю, ну, послушай, у меня дача на левом берегу. А все понятно же, да, что правый берег, вероятно, мы удержать сможем, но если начнется массированная инвейжн, и мы не сможем удержать их на дальних подступах, то гудбай дача. Тобто в тебе такие меркантильные суда такие? А я не готов на гудбай дача, сори. Ага. Я там воду как раз сделал. Ты отримуешь певне задоволення від того, що знаходишся в епіцентрі подій? Ти знаєш, да. Да. Ми живем... А що це за кайф? Мы живем в невероятно интересное время. Мы живем в условиях ускоренной перемотки. Мы живем в условиях, когда все наши события, знаешь, наша карма наступает значительно быстрее. Когда ты делаешь что-то хорошее, ты получаешь фидбэк от вселенной не когда-нибудь, а сразу. Если ты делаешь что-то плохое, тоже ты получаешь этот фидбэк сразу. Вот пару дней назад моих друзей-волонтеров остановили два мента в Харьковской области. Где эти два мента сейчас? Я уже видел фотографию из станицы Луганской. Знаешь, ну, все происходит сука, быстро. Сука, ты так впевнено говоришь про то, что в дійсності есть певний взаимозв'язок между вчинками людини и тем, что она отримує от высших сил, там, от Всесвіту. Ты цей фідбек от своих гарних вчинків отримував реально отак? Ти бачив, что на твоє добро Всесвіт тобі відповідає теж добром? Да.
наприклад. Бесспорно. Мне сложно сказать. Мир несправедлив. Нам это с детства вдалбливают. Мир несправедлив. Все дело в том, как ты ставишь свою задачу. И в том, как ты выстраиваешь взаимоотношения с миром. Я совершенно точно знаю. Есть такое понятие магия левой руки, магия правой руки. Магия правой руки — это говорит о том, что я делаю добро для всех, ничего для себя. И, соответственно, логический вывод из этого, что если что-то происходит в мире, то это сделал не я, оно случилось само. Я исхожу из эгоцентрической системы мировоззрение. Если что-то произошло, я в этом виноват. Если я не вижу прямой взаимосвязи с собой, я буду пытаться понять, где я на это воздействовал. Накосячил. Каким образом, да, каким образом я накосячил для того, чтобы это произошло. Со мной, в частности. Со мной могло произойти очень много всего плохого за вот эти там 3 года, за те 1.5 года, которые я активно находился в зоне боевых действий. Ты відчував за своей спиной то янгола-охоронця якогось? Я ощущал много людей, которым не безразлично наше общее дело. Я ощущал друзей и товарищей, которые прикрывают спину, и это куда лучше, чем ангел-хранитель. Вот мы не знаем, разумеешь, у нас завжди так бывает, что хороші знищили всіх поганих. І залишились з руками полікать в краї. Так? А поганих всіх знищили. А ми хороші, лишилися. Ми ж хороші, ми ж знищили поганих. Послушай, якщо ти посмотриш Уголовний кодекс, там є стаття за попытку государственного переворота. Но ничего не говорится о наказании за государственный переворот, который не попытка. Угу. Історію всегда пишут победители. И поэтому те, кто всех знищили, конечно, они хорошие, это же они пишут историю. Ну вот, и потом мы верим в эти истории. Мы в ней не верим, мы в ней живем. Ты доверяешь подручникам за истории? Нет, конечно. И при этом ты впевнен, что... Я доверяю такой штуке, которая называется факт-чекинг. Это когда любой тезис ты проверяешь минимум по 5 различным источникам, желательно на разных языках. Если они все говорят о том, что оно вот так, тогда, вероятно, оно вот так. Либо же это может быть распространенным заблуждением. Верить вообще плохо. Треба знати. Нет. Нужно сомневаться. Дабл ять. Я себе ловив на думці, що от ми в кінематографі бачимо таких от гендальфів, знаєш, мудрих старців з бородою. Видно, що людина прожила там життя успішно, має знання. І при цьому всьому вона там в 90 там, років не впала в якийсь такий старечий маразм. Так? Угу. От таких от старців я у нашому середовищі, у нашій реальності, я не спостерігаю. У нас чомусь так, що людина, якщо там перевалює її за 60-70, все, починається деградація, і людина перетворюється як мінімум на дитину, так? Такий от інфантилізм впадає. Або просто маразм старечий. Де наші мудрі старці? Ну, у мене, наприклад, не вдома. Моєму отцу 77, моїй тьоті 80 з хвостом. І ви на одній хвилі з ними? Ми на одній волні. У нас мимо них пройшов, не зацепив їх мир десктопних комп'ютерів з клавіатурами. Ага. Зато їм совершенно прекрасно прийшлись айпеди. Вони на зв'язі зі всіми своїми друзями і родственниками. Вони в скайпі, в фейсбуці. Це спадкове? Це генетичне? Я не думаю, что это генетическое. Я думаю, что это вопрос круга и вопрос того, как было принято. Ну, если отец читал в свое время Солженицына на этих, на ребрах, да, uh-huh. ну, там, негативы, ну, вот весь сам издат передавался, uh-huh. и он весь бывал у меня дома. И у них с самого начала были тогда высокие стандарты общения, требования к спору, формулировки спора. Там, мы не переходим на личности, мы не уходим от основной линии спора, мы не оскорбляем оппонента в споре, мы пытаемся добиться истины. Такие же высокие стандарты у них остались и сейчас. Слушай, а такие люди, вот, как твои батьки, как ты, они мають відчувати відповідальність за тих, хто представляє ту от аудиторію телеканалів Інтер, там, Україна, от ті, що дивляться серіали. Ви за них відповідальні? Ви маєте їх тягнути за собою? Якось? Абсолютно. Абсолютно. Это то, что меня невероятно расстраивает. Ну, один человек не может сделать все. Я не могу быть везде, так же, как и мои родители. У всех есть свои дела. Свое дело, которым они занимаются. Но, да, человек, который осознает, осознает то, что он генерирует контент, а не только потребляет контент, он автоматически становится ответственным за тех людей, которые являются потребителем этого контента. Грубо говоря, если ты писатель, uh-huh. или если ты телеканал,
то твоя задача не удовлетворять низменные потребности твоего клиента, а улучшать мир, то есть тянуть клиента за собой. То, что произошло в Штатах на примерах сериалов, то, как мы воспринимали слово «сериалы» 10 лет назад, то, как мы воспринимаем слово «сериалы» сейчас. Угу. Тобто це вже не мило. Поменялась концепция. Если раньше сериалы было всего лишь площадкой для продажи рекламы, мыло, собственно. И все это транслировалось, вот эта Санта-Барбара бесконечная, которая началась с радиоэфиров, она еще была до телевидения. И потом она перешла в телевидение, и она шла много десятилетий. То в какой-то момент они выяснили, что все хотят быть лучше, все хотят уметь процитировать фразу, все хотят быть в курсе новых трендов, новых тенденций, все хотят становиться умнее или как минимум казаться умнее. Як ти особисто тягнеш їх за собою? Тих, хто от дивиться серіал Роксолана на каналі Першому національному? Как минимум я веду свою страничку в Фейсбуке, где высказываю свою точку зрения. Мне за эту точку зрения несколько раз говорили благодарность другие люди. Говорят, я особисто, от один, два, три персонажі, там книжку дав комусь прочитати, привів кудись там в якийсь гурток. Особисто таке шефське таке ставлення, ні? Ну, не совсем это все-таки влазит на чью-то территорию, но да, у меня есть несколько людей, с которыми меня сводила жизнь, которые... литература, которую они читают, поменялась. Фильмы, которые они смотрят, поменялись. Під твоим впливом? Да. Це кайфово відчувати, що ти впливаєш на людей, ти їх змінюєш? Нет, классно ощущать потом, что ты сделал что-то хорошее. Данила, скажи, от ми говорили про те, що кожен там, кожна людина, яка так чи інакше вважає себе, ну, я не хочу вживати цього слова, але все ж таки інтелігентом, там, гуманітарієм і так далі, вона має підтягувати за собою інших, тих, хто там трошки нижче стоїть в плані там інтелектуальному. Ми можемо говорити про те, що у цій країні нарешті там зародилася, чи зароджується якась інтелектуальна еліта? Вона якось демонструє себе на телебаченні, у засобах масової інформації взагалі. Політики вже ж елітою не назвеш. Сложний вопрос. Да, безспорно, некая новая еліта формується. Безспорно, уровень довіри к, опять же, волонтерам, к бойцам, к блогерам растет. И именно они формируют, как мне кажется, современную украинскую интеллектуальную элиту. Что происходило с элитой предыдущей, я не знаю. Я в какой-то момент работал на киностудии «Киев-Научфильм», и я видел элиту, творческую элиту, которая существует при киностудии. Радянскую закваски. Да. Вот эти все мудрые старцы, которые еле ходят и делают вид, что они что-то делают полезного. Ничего полезного они не делают, и это то, что привело студию к Цугундеру. Их невозможно уволить, им должны платить, все деньги уходят. Ну, вот это вот вся... Ну, ты их критикуешь, а не думаешь, что сам опынешься в таких же ситуациях? Я что-то придумаю. Ты уверен? Да, я не буду висеть на чьей-то шее. Мне значительно важнее, кажется, до сих пор что-то сделать... Сейчас для кого-то, о себе позаботиться потом. Я всегда это успею сделать. Ты хотел бы при возможности жить вечно в этом свете? Да, с удовольствием. Ну, потом в какой-то момент, конечно, надоест. Но пока что эта идея кажется мне не лишенной своей привлекательности. Даниил Кавжун, в студии Европа Плюс, в программе Дабл Я. Дякую тебе. Дякую вам. Кожного понеділка та середи з 19-ї години на Європі Плюс. Ми намагаємось подивитись на світ під іншим кутом. У програмі Олександра Лєрчука «Дабл-ять».